Стой, покажи, как ты одеваешься, давай. Покажи, как ты можешь одеваться, давай, сама. Ну, могу одеваться. Еще не можешь одеваться? Одеваюсь. Не, покажи, как ты уже научилась, давай. Так. Так. Подожди. Давай. Включай динозаврика сейчас. Ой, какая ты хорошая моя такая. В общем, уже, в принципе, практически сама одевается. Оп. Блин, я не знаю. Это, если бы у нас была пара года придурашная, самая пара года, мы, кажется, выиграли бы первое место. Так, в эфирах нас сейчас будет мало, потому что наша любимая девочка сделала себе грудь, и у нас постельный режим, и я в основном все время провожу с ней. Вот, поэтому всех с наступающим Новым годом, мы заслуженном отпуске, и, кстати, можете заходить сюда к Насте и смотреть, она меня периодически снимает, и все надо мной ржут почему-то. Самое главное, наш зритель. Да, Борис? Самый главный зритель «Дома-2». Да. Там да, Зай, что эти деньги, как будто печатаешь лицо серьезное совсем. Коль, надо все организовать, все, чтобы все четенько было. Что ты делаешь? Зай, что делаешь, ходишь, не понимаю. Один дом, на второй, если на другой. Так-то неплохо. Почему бы и нет, да? Почему бы и нет? Наконец-то без камер, Зай, мы с тобой одни. Мы без камер. От меня шабакой пахнет. У нас начинается что? У нас начинается отпуск. Заслуженный. Да. Наедине с природой и с друг другом. Да. Круто? Да. Рыбу потом. Да. А где наш рыба? О, зеркало. Друг наш бегает на первом этаже. А что у нас здесь что? Что у нас здесь что? Пойду покажем, что. Самое главное, у нас здесь волос торчит. И вообще, хотел сказать, что наконец-то мы без камеры. Господи, какое удовольствие! Я говорю о том, что мы без камеры, это классно. Самое, что, чего мы ждали, это вот. Мне кажется, лучше этого ничего не может быть. Или можно поваляться, полежать, попасть. Зай, ты что делаешь? Нормально? Чего тебе не хватает? Чего тебе не хватает? Зачем тебе пульт в ванной? Да зачем тебе пульт в ванной? Что-то я, походу, не понял. Ну да. Да, по-моему, просто пора подышать свежим воздухом. И поле. По-моему, идеально. Хожу, ищу, короче, не могу найти своего котика. А он... Что ты тут делаешь? Почему ты меня не позвал? Это... Дед Мороз проходил просто. Зай, мы на ПП собирались перейти. Да... Это что? Да дедушка ходил, Дед Мороз. Какой дедушка? Дед Мороз оставил. Взял, оставил. Блин. Нормально вообще, нет. Даже меня не позвал, блин. Я говорю, Дед Мороз, почему ты Настеньку не позвал нашу? Почему ты так и сделал? Он говорит... Ну, что ты... говорит? Ну, пойди, сядь, поешь. Без Настеньки? С Настенькой вот. Попозже потом тоже поешь. Немного потом, тебе будет самому есть и попозже кушать? Ты кто ты? Это он, это все ему было. Он со мной сам поделился. То есть ты котенку заказал еды, да? Да, своему котенку. Маленькому. Значит, ну ладно, можешь чуть покушать. Тебе угощу. Хочешь, дедушке мороженое скажу, что тебе тоже можно. Ну чего ты, зайчик, нычешь? Что такое? Переел чуть-чуть. Наелся? Переел. Переел? И что делать? С жадности переел. А ты от кого жадничал-то? Не знаю. Думаю, от что... меня, да? Нет, я просто хотел много очень съесть сразу. И от этого отжадничал. Переел от этого я. И что делать? Зай, ты думаешь, тебе это поможет? Когда ходишь, нормально. Нормально переваривается, когда ходишь? Да. Ну что, легче? Чуть получше? А я лежу, мне нормально переваривается. Не переела же, я переел. Ну, я-то меру знаю. Да, жадность.
Я-то меру знаю, а ты нет, как не в жадный. Себя, зай. Как будто отберут, ну. Боялся, что отберут? Значит, полегчало вроде чуть-чуть. Ну так ложись, если полегчало. Идем ко мне. Сюда. Нет, ну есть еще один способ. Какой? Не эфирно. Иди сюда. Без тебя никак. Ну как его можно не любить? Что за чудо, а? Что за чудо-чудо, диво дивное? Зай! Ты что такой классный? Нормально, что, Бузова? Не Бузову ты пока не переплюнул. Я не могу сказать, что ты переплюнул Бузову, потому что она обидится. Почему? Не знаю. Зай, это не эфирно уже. Иди сюда. Сюда иди. Иди ко мне. Что, вам нужно написать это? Расписаться? В смысле? Ну, здрасте, Артём, да? Я думала, ты про другую роспись. Щекотно же. Я хотела сказать то, что действительно очень много не выходят в эфир, и то, как мы сходим с ума, дурачимся. Иначе, ребят, все бы чокнулись бы, если все выходило. Меня видели, брожали бы все бы там точно. Вот, ну, на самом деле, у нас действительно очень много веселых, положительных моментов, у нас улыбка с лица не сходит, и в эфир выходит может, только... Может, специально не выставляют, потому что они думают, что мы немножко придурашены. Что ты мне параллелишь? Прийти уже, все, уже пришняк. Шутю. Нет, я хотела сказать, что реально 1/10 только выходит того, как мы проводим время и то, как у нас вообще просто школа сводит от... Я не помню, почему там два туалета? Это не туалет, Зай. Там два туалета. Пойди покажи, моя мать думает, что я дурак. Пойди покажи, там реально два туалета. Сейчас будем разбираться, в общем, то, что у нас почему-то два туалета. Только ей интересно, я правильно угадал, господи? Нет, я просто реально это не могу понять. Пойдем смотреть. Зай. Я тебе говорю, два туалета. Где два туалета, Зай? Раз, два туалета. Ну что, или я дурак у вас? Два? Где? Раз, два. Зай, туалет вот там. Ну вот тот туалет же, правильно? Да. Ну я вот угадал, окей. Вот это... Это... Сделали, запасной, походу, чтобы это не туалет, Зай. Вот этот вот, я тебе за него говорю. Зай, это не туалет. А что это? Это не туалет, Зай. Нет, это биде. Зай, это биде. Дебилде. Два туалета. Не дебилде, а биде. Это чтобы это... Вот покажи, что ты сейчас показала. Пока пускай себе, потому что а то не можешь уехать, я придурашный. Я не могу это показать. Покажи, что ты сейчас показала. Ребята, это надо ловить. Что значит показать? Не могу это показать. Я тебя раздавила. Ну так, чуть-чуть. В смысле, ты представляешь, что я толстая? Угадал. Хорошо, я угадал. Стоять на поэтому нужно. Я толстая? Нет, худючая. Зай, что делаешь? Снима, отпусти собаку. Ой, нормально. Подожди. Ты меня просто вылизываешь. Воняю твоим ртом. Я думаю, чего тебе пахнет? Вот так. Смотри, такой злючий какой, да? Как ты его назвал, Игнат? Это вообще-то не Игнат. Это вообще-то не Игнат. Что за славный пёс? Что за славный пёс? Что за славный пёс? Что за славный... Ну, Зоя! Вот куда ты смотришь? Нормально нет вообще! Я всё понимаю. Срочно разберись! Дружок, я всё понимаю, это моя женщина, пожалуйста. Иди разберись с ним. Только что мою ногу отымели на твоих глазах, Зай. Опачки! Это такой всеядный пёс. Давайте надо порядок, мы тебе сразу найдем пару. Сразу заселимся, мы первый.
Оля, блин! Не дай бог, нас не репостнешь. Я иду. Я лучше дам. Я, знаешь, что иду. Я думаю, да, что делать, что делать. Причем мы самые первые, уже же песню петь. Бузовой. Мандаринку поем. Не халям-балям. Ты подсадила моего мужчину на песню «Мандаринка». Вот. Мачо. Такая вот ты. Молодец. Витись колотить, идет мандаринку поет. За это ненормально. Да нет, ты просто влюбился. Нет, ты просто полюбил. Кстати, да. Вполне возможно. Так что, поэтому и песня. Поэтому мы по лесу гуляем, ребяточки. По лесу гуляем. Что нам еще делать? Мы на свободе. Как говорится в песне? И бокальчик любимого. Игристого заберу тебя в Новый год. Ты заберешь в Новый год мы забираем друг друга навсегда. В новую жизнь. Да. Вот. Ходите с нами. И вам желаем счастливой жизни.